тогда, на 1 сентября, бабушка мне рвала в своем огороде шикарные гладиолусы и астры, и этот букет был обычно больше моего роста. С удовольствием всегда бежали в школу. Наш галстук, белые блузки, юбки, гольфы белые. Когда мы выступали в театральном кружке и выступали перед всей школой, было и страшно, и здорово выступать перед огромной аудиторией первый раз. Самый первый день 1 сентября начался с того, что я сбежал со школы. Ну, я отвернулся, голову повернул в сторону, у меня учитель подошла и повернула в нужном направлении, мне это не понравилось, поэтому я сбежал. Однажды я давала первый звонок, когда училась уже в 10 классе. Это было очень трепетным моментом, потому что было приятно видеть малышей, которые только-только начинают свой путь. Я помню, как мама привела меня в школьной форме, в фарточке, в белом с бантиками. Прекрасно было, была пора, в первый класс ходили с вот такими гладиолусами. Учительницу звали Татьяна Петровна. У нас, кстати, прошло уже почти 40 лет, мы общаемся. Классом мы встречаемся почти 40 лет ежегодно.